Опять подцепляет. Вот так вот. Мастер-класс сегодня устроил тут Владимир Федорович. Сейчас мы снимем этот исторический момент. Так. О, видишь, что он тут натворил? Ты тут там фотографируешь? Так. Это около одной лунки, да? Ну, у тебя, если сейчас прицепится, пока я тут фотографирую, ты сразу это меня кричи. Может, это ты с собой из дома взял? Ты. А? Наштопал. Да. Конечно, не как вчера. Вчера даже на 800 грамм было. Поверху? Слушай, у тебя у каждой лунки сколько-то да хоть есть. А я все обижал. Ты как начнешь на камеру фотографировать, так обязательно ничего не получится. Ну-ка там вот я сфотографирую еще. Есть такое дело. Пасмурный день. Ну слушай, не ветерка сегодня. Это же вообще. Вообще ничего не надо было брать. Ну. Вчера луки замерзли, а сегодня. Ну вчера зато клевало, наверное, капитально. Так что у меня сейчас только 40 есть. Ну, я понимаю, только это осторожно клюет-то как-то. Ага. Туда. Ну, я бы. Я даже не заметил поклевку-то. Ух ты, побольше, Вовка. Побольше, что ли? Ага. Давай, отойду, чтоб-то не смущало. Чувствую. И сопротивляться. Ага. О, вот так вот. Не так просто здесь. Мастер спорта по рыбной ловле. Смотри, побольше. Побольше, да. Она и сразу чувствует. Ага, так, классно. Последний раз. А? Последний раз что-то будешь пора. Да, ну ладно. Ну а что? Снять? Это же рыбка. А это ты что, вот это побольше? А, вот это да. О, хорошо. Красава какая. Красава. Та тоже здоровая, там лежит. Да, еще больше. Ага, сейчас посмотрим. Вот так вот. Собрался рыбу-то, не показал. Есть неплохие. Неплохие есть. Селедки. Там окушки. Рыбалка. Народ тоже уже все свертывается. Ну, конечно, мастер экстра-класса меня обловил, конечно. Да, так ты, хули ты думаешь? Подбирай там мне на пояску. Я-то думал, неплохо тоже половил, а это что же? Это ж вообще... Да... Посиживает там в палаточке, подергивает. Это вот сейчас только начал. А что, лучше сейчас клевало, да? Давай я тебя так вот сфотографирую. Как где ты с рыбой-то? Вот. Так. Ну на меня-то посмотри хоть. Вот. И главное, не столько ты, сколько рыбу надо. О! Ладно, пойдем.